Темно-синяя вазовская пятерка на скорости задела навстречу идущий бензовоз, а затем врезалась лоб в лоб пассажирский автобус Ульяновск-Тольятти. Вот что рассказывают очевидцы. Ехала машина и пошла навстречу, вышла. Все, что я увернулся, он зацепил фуру меня и в автобус ушел. Мы ехали, и нам навстречу вылетела черная машина. Все вот так закрутилось, и все. Ну, парень, привет. Мы были с сестрой, сестра моя двойняшка, и ее рассекло лоб. С ушибами и ссадинами в больницу доставлены пассажиры автобуса. Водитель пятерки попал в реанимацию. Дорогу в срочном порядке стали очищать от стекол, масла, бензина и крови. Многокилометровая пробка скопилась на трассе. Затор движения продлился больше часа. Вот сейчас инспекторы ГИБДД разрешили движение в обе стороны, трасса освобождается. И только после того, как было разрешено движение, на трассу выехали и те, кто попытался объехать пробку по полю. Татьяна Баловнева, Анжелика Барвинок. Наше время.